Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарна Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Банам Манохарам Ванча калпатаруваша кипасинду бевача патитананг павуне бхавишна вибхьо намо намаха мукаṅкароти вачаланг пангунланг хайтикирим ят кипатамаханг банди парама ананду мадвам бриндавай тулсидеббай пиявай кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттама Девин Сварасватин Весам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Като Падеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхабхагнам Авиштадухам Тиртас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Виттатихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ят-пада-палла-бана-качанда-мани-чатай Бисфуру-джи-та-кема-пика-бабаду-шва-дарши Пурна-ну-рага-раса-сагра-сара-мурти Сара-дика-ма-и-ка-да-рвам-кроса Сри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Си-ад-дейта-гада-дхара-сива-сади-гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбита фужоу канока бодато санкиртаной капитару камала ятакшо вишамбару вижавару жугадхармапало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Буктинча муктинча тада синитам Бхаванрупена сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно прием ананго мада пахарам Барануси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джошва Бадане Лакшмир Джошва Чавасаси Джасьясте Хидай Самби Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Пашья нишам, джагадидам, чанабхангу ништам,
Vairagya Ragurasiko Bhava Bhakti Nishto Paishyanisham Jagadidam Chanabhanga Nishtam Vairagya Ragurasiko Bhava Bhakti Nishto Deho Osti Mangsarodhire Abhimatim Tejutam Jaya Sutadi Sumamataham Bhimuncho Paishyanisham Jagadidam Chanabhanga Nishtam Vairagya Ragurasiko Bhava Bhakti Nishto Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that those who are not Gaurya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что те, кто не развили спонтанное саварити лотосным стопам Парамхамса Гуру Вайшнава, может, вам нравится с ними общаться, но нужно оставить их. Гаудия Гоштипати, Шишила Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамхамса Джагангуру сказал, что те, кто не развили спонтанный естественного саварити лотосным стопам Парамхамса Гуру Вайшнава, может, общение с вами, общение с ними вам нравится, но все же нужно отвергнуть его, подобно яду. Иначе вы не сможете обрести Кришну Бхагавана. В этом проблема. И вот суть в том, что люди очень имеют какие-то предубеждения, которые мешают им принять что-то новое, занятое деньгами, положением, еще чем-то могут выгнать Гуру Вайшнава в Харикатху, как-то отставить для каких-то корыстных целей. Даже могут продать Гуру Падпадму, сам продаю, богатство сам продаю, могут так вести себя. И кого же обвинять? Что же делать? Та шлока, с которой начал Гокарна, говорит своему отцу Атмадеву, поскольку Атмадев сейчас опечален, очень он рыдает на взрыв и молится лотосным стопам Гокарны. Спаси меня. Я попал в ловушку Майя. Я молюсь твоим лотосным стопам. И тогда Гокарна говорит, в начале всего, ты должен оставить все ваше дитя обнивеш. У вас есть какая-то двитья абанивеша, дуальная концепция, но есть одна единая вездесущая татва, без которой наше думание о материальном теле. Но без этого люди думают, что они не часть, не сверхдуша или часть Господа в каком-то смысле, а то, что материя не материальное тело, и поэтому нужно оставить концепцию материального тела и все, что связано с ним. Нужно оставить это все. Attraction, affection for son, family, wife, husband, father, you have to leave it first. Deho osti mangsho rudhire abhimatim tajutam jaya suta adishu mamatam bimuncho paishanisham jagadidam chanubhangunishtam Vairāgya-rāgya-rasiko bhava-bhakti-nishtho Paśyānīśam-jagadidam-chanabhangu-nishtham Day and night you try to watch. День и ночь
смотрите, что происходит, все меняется. Нет ничего вечного. Каждую часть секунды. Смотрите, все меняется. Вчера меня кто-то уважал. Потом перестал уважать. А я не обижаюсь. Почему? Поскольку я готов встретиться с любыми обстоятельствами. И вот я думаю, что же делать в этом мире. Мы не будем находиться долго, в тот или иной день мы оставим это тело. И вот Гукарна говорит такие слова. Каждую часть секунду смотрите, этот мир меняется. Сегодня у нас хорошее здоровье, завтра не очень. И вот никогда не выражайте ложное эго, тело и то, что оно связано с телом. Маа куру дхану жану жоубана гарвам харати нимешат кало сарвам майам 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 идам акхилам хитва брахма падам провиша видитва Маа куру дхану жану жоубана гарвам харати нимешат кало сарвам. За часть секунды все. Ну, Махарадж говорит, в это время нет ничего вечного. Вот строят большие здания, тут цунами происходит и сносит это все, или землетрясение, или еще чего-то. И разрушение наступает. Если мы не можем понять, что эта жизнь, она не вечна, то тогда вы будете чувствовать влечение к каким-то материальным вещам. Это естественно. И такие люди, которые стремятся к материальным вещам, они подобны насекомым, которые летят в огонь. В итоге погибают в этом огне. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Парамхамса Джагадгуру много раз говорил. Большинство людей, не они заняты материальными наслаждениями. Кто-то слушает харикатху и наслаждается этим. Но харикатха — это не вопрос наслаждения. Я не могу наслаждаться Бхагаваном, Гуру, Вайшнавом, Киртаном. Но не все понимают это. Шрила Прабхупад много раз говорил, большинство людей, они заняты материальным наслаждением, либо заняты отречением. Отречение, думают, что более практично. Люди будут думать, что человек очень отречен, уважаемый, но в Индии модно. На Западе наслажденцы преобладают, то в Индии отреченцы, что ничем не лучше, просто другая крайность.
И вот у людей такое представление о баджане, что чем отречение, тем лучше. Некоторые думают, и вот люди занятые, часто впадают в крайность либо в излишнее наслаждение, либо в излишнее отречение. И то ради того, чтобы прославиться своей отреченностью. Кто-то гордится тем, что может засунуть руки в огонь или зайти в огонь и не сгореть, но достигнув каких-то совершенств йогических, но что толку от этого? Мало кто понимает, что... Или вот в Брихат-Бхагаватамрите история рассказывается, что кто-то там в Гималай отправился совершенство достигать, и спросили, что ж ты достиг. Тот сказал, вот смотри, пошел, мог пойти по реке, и, ну, по воде мог ходить и не тонуть. И тот друг сказал, вот такие сельхи, может, за 10 копеек переплыть реку, платишь лодочнику, он тебя за 10 копеек перевезет, и что толку столько лет посвящать тому, чтобы учиться ходить по воде. И вот кто-то какие-то мантры специально повторяет, не те мантры, данные Гурудевом. Я видел один тут. Повторял какие-то особые мантры, чтобы какие-то блага материальные получить. И вот люди заняты разными вещами, не имеющими отношения к Бхагаватам. Кто-то думает, что... И люди тоже достаточно глупы, думают, что если человек научился засовывать руки в огонь и не обжигаться, то может что-то духовное от него получить. Хотя, по сути, обычный материалист, просто на более тонком уровне. Или какие-то люди заняты сбором учеников, тоже что толку от их духовной практики, если их вся практика заключается в наборе учеников. Но если те, кто думает только об удовлетворении Бхагавана, если такие, и вот такие иначе различные осквернения в сердце, мы не понимаем значения настоящего вайраги, который может дать нам бхакти. Много раз Шрила Прабхупад говорил, если мне надоело, надоела материя, то какая-то слабость, значит, ну, в смысле, какой-то неприязнь к материи, значит, какая-то слабость в его сердце, какая-то проблема. Почему он не может думать об этом, что это вайбав Бхагавана, что это проявление Бхагавана? И вот... Мы не должны привязываться ни к чему. В любой ситуации, так или иначе, мы можем находиться и я могу находиться перед вами в любом состоянии, чтобы представить учение Гуру-варги. Юкта-вайраги имеет очень тонкие грани. И вот между юкта-вайраги очень, между отреченным и таким адекватным зрелым отречением, еще какое-то там отречение, между ними очень тонкая грань, и мало кто может понять.
И поэтому Шриман Махапрабху хотел дать нам урок. И вот он, Рагунатх Дас Госвами, привел в пример, когда он пришел к Махапрабху попросить о спасении. Тот сказал ему, что иди домой, живи как обычный человек, и в процессе времени люди в общем, сказал, жить как обычный человек и ждать нужного времени. И постепенно и вот Махапрабху говорит, после этого, что ты можешь вернуться домой и как жить. Не нужно показывать обезьянье отречение всем. Свое отречение нужно хранить у себя внутри и использовать его для удовлетворения Верховного Господа. Господь смотрит на всех. I realize that Bhagavan is there. He is one subscriber in my life. There is one and single subscriber in my life. That is called Vrindavan. I mean, they are Guru Bhagavan. Same thing. I have only one subscriber. Materially, you can see so many subscribers. Naked dance going on, there is five less subscriber. Bhagavan, you cannot find so many subscribers. They are naked dance. They like to see naked dance. This is their interest. So Mahaprabhu first of all teaching us Mahaprabhu учит нас Юкта Вайраги. Махараджа говорил, что вначале мы должны думать, что Господь о нас подумает, а не какие-то люди или какие-то обезьяны. И поэтому обезьяне отречения выставлять на показ смысла нет. И мы должны видеть суть вещей, а не какие-то внешние проявления. То, что нужно для тела, нужно использовать это, если нужно пить или принимать омовение, мы не должны, в общем, делать то, что нужно для тела, не злоупотреблять. Если нужно есть, нужно есть, а не поститься месяцами. Less time and I can not time consuming. I can make 10 types of prasad, bhoga, I can cook, I can, you know, sweet, curd, these, that. No time. Just to maintain body. One thing, one incident I can speak to you. Но опять же, мы не должны злоупотреблять этим, готовить там 10-20 минут каждый день. Просто то, что принимать то, что нужно. И вот однажды Махарадж ехал в Харидвар. И вот все преданные спрашивали, почему я ничего не ем. Возьмите, поешьте. Махарадж же привычка не есть в поездах. И вот immediately speak one slag language to me. Oh, rascal, you are actually sadhu, you are taking this. We are poor man. From then I get one lesson.
И вот Тоси Махарадж ехал в поезде, все-таки его попросили поесть, он Махарадж поел немножко, орехи какие-то были. И, в общем, раздал преданным, тут нищий проходил, сказал, чтобы ему тоже дали, Махарадж дал ему этих орехов, а то нищего обматерил трехэтажным матом, что садва, такие орехи едите, как вам не стыдно. Вот Махарадж ему просто хотел дать орехов, которые ему кто-то дал, а тут этот нищий как бы неправильно понял. И Махарадж урок из этого извлек. О Юкта Вайраги. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья, когда он был уже спасен Махапрабху, это сообщение распространилось по всей Индии, поскольку Сарвабхаума Бхаттачарья очень высокое положение занимал. И вот он, побежден на Шри Кришна Чайтани. Как так? Это послание распространилось везде в Варанаси, и Пракашананда Сарасвати очень разгневался и сказал, где Кришна, где Чайтанья, кто он, мы не знаем. Сарвабхаума Бхаттачарья, великий человек, и то его, ему Шри Чайтанья мозги промыл. И вот он хотел написать письмо Сарвабхауме и Махапрабху, и Шри Кришна Чайтанья. Да, это письмо Чайтанья. И спроси этот вопрос, какой ответ он может дать. Те, кто наслаждаются, а те, кто едят молоко, там йогурт и прочие изысканные вещи, как они могут контролировать органы чувств и совершать баджан. И вот это письмо Двайта Гасая попало случайно. И он написал одну шлоку. Пракашананде Сарасвати. И он отдал назад это письмо с этой шлокой и сказал: лев, могущественный лев, раз в год он совокупляется с львицей, в то время как эти птички едят каждый день, но вожделение их мучает тоже каждый день. То есть если птички вроде вегетарианцы, страну страдают вожделением, а лев вроде ест животных, но вожделение его не мучает, только он раз в год совокупляется. Sambhasareno ekabaram. Meaning he is doing association in one in whole year one time. Whereas Parabato Trino Shikhakana Bhagi Bhavet Anudinam Bato Ashoka. Why the prism is going only grain drops? He's feeling karma all day and night. Но то птички питаются зернышками, едят мало, но вожделение их мучает. И ответ чем? Вот это Двайта Гасай ответил Сарвабхаума Бхаттачарья, это Пракашананде Сарасвати, это шлока, что ваше вайраги, ваше отречение, можете выкинуть его. Смысла в нем нет. Юкта Вайрага.
И вот это учение Шримана Махапрабху, что важнее совершать санкиртану, чем заниматься обезьяньим отречением. И вот во всем этом творении такой простой процедуры баджана никогда не было. Ни Иисус, ни Будда, ни Мухаммед, никто такой простой процедуры поклонения Богу не принес. Ни Рамачачари, ни Вишну с вами, ни Мадхвачари, ни Барка. Такой простой путь. Даже шутя с человеком можно привести его на путь баджана. Можно заниматься плаванием, и это будет баджаном, как Сачитанья Махапрабху плавал в Ганге, это тоже был его баджан. И это стало их баджаном, то есть такой очень простой путь. Это простая техника, как все ваши действия занять в служении Бхагавану в Хари Баджан. Это очень такая тонкая техника. И вот мы должны помнить тысячи тысячи лекций, но если кто-то много говорит, это мало. Нельзя сравнить с тем, что делает Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати с его ачараном, с его поведением. Ну, можно видеть, много индусов приезжало, как сказать, языком трепать в других странах, но если посмотреть на их поведение, это совсем другое. Говорят не одно, а делают это, не делают. И вот поэтому проповедь такая пустая получается. If you open in data, which player was already their status, you can see. On those days, there was no statistics, but it was like statistics. В Индии любят крикет. Люди собирают статистику по всем этим, по всем играм. Если кто-то там собирает общую статистику, таких людей очень недолюбливают, поскольку общую картину показывает всего. Но все же нам общая статистика везде нужна, в науках, в спорте и во всем остальном. That man, where the open statistics are, thousands of hours a year we are not doing anything. We don't want. Follow. He suggests very easily your library is so rich. Your library so rich by the mercy of Nityananda. By the mercy of Nityananda Balaram, you can, anytime you can open one personal channel, but somebody need to operate, right? To reach 5 crores, 6 crores, 7, 8, 10 crores. All is of money. And somebody need dedicated soul to operate. Right? Every day, kirtan, nizha, dharita, hindi, can go on no space. But who can? Without going to foreign country. No need of going. Automatically. This is the arrangement done by Nityananda. Who invite them? Вот все происходит по воле Нитянанды.
Нитянанда посылает кого надо, когда надо, куда надо. Нужные люди приходят в нужное время. И вот смысл в том, что мало говорить, нужно еще делать то, что люди, ну, то, что говорит какой-то лектор. То есть можно видеть множество этих лекторов, которые говорят одно, а делают совершенно другое или своим лекциям не следует. И, а тот, кто имеет идеальный ачарон, то есть он не только говорит, еще и следует всему, он обретает некую силу, некое могущество. И такой человек, который имеет идеальный ачарон, ему даже не нужно ничего говорить, то есть он просто, находясь на каком-то собрании, то он влияет на всех, как Харидас, Рупа Санатан, Гуру Кишор. Они вроде ничего много не говорили, но их поведение было идеальным, их характер, и это имело свою силу, и поэтому ачарон очень важен. Тысячи лекций не столь важны, как ачарон. Мы не можем сказать языком. Вот вопрос приходит, что такое ачарон? Кто-то говорит ачарон, ачарон, что это ачарон значит? Наши попытки удовлетворить Бхагавана и то, что мы делаем под влиянием своего сердца, это есть удовлетворение Бхагавана. Кто-то думает, что если 3-4 раза в день мыться, то человек станет чистым, но чистоту дает памятование Бхагавана. Если будем помнить Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура, Шрилу Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, Вриндаван, то памятование об этом трансцендентном, оно очистит нас. И это зовется ачарон. И поэтому очень важно, люди не... Нужно видеть, люди не любят какую-то общую статистику и отклоняются от пути Шрилы Прабхупады Нитьянанда Прабху. Люди находили недостатки в Нитьянанде, что он то и то делает. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Нитьянанда Прабху, Баларам, Нитьянанда, если мы найдем недостаток Нитьянанде, то тогда мы хуже, чем животные. Поскольку Нитьянанда безупречный характер. Много, и вывод в соответствии с временем, обстоятельством и прочее. Ну, суть в том, что милость Нитьянанды, она очень важна для нас. И поэтому Гауранга Махапрабху, в присутствии Гауранги, он пришел. Милость Нитьянанды, но очень важна. Наш Гурвага говорит так, поэтому Махапрабху, он... Почему Рамачандра, даже после... Да не спас Сугрива, да. Сугрив сказал, мой брат Бали побил меня, но ты пообещал спасти меня, почему не спасаешь? Как ты не предался мне, как не предался? Вот предаюсь, но это не настоящее предание.
ты должен пойти к лотосным стопам Лакшмана, он олицетворение Гуру Таттвы, тогда я приму тебя. И Сугрив пошел к Лакшману, после этого Лакшман принял его, и потом только он обрел милость Рамы или кого-то. И Махапрабху такой пример показывает нам. Махапрабху отправил Рагунатха назад домой. И после этого что случилось? И вот в соответствии с учением Махапрабху он начал жить соответственно. Он показал, что я теряю духовное влечение, вараги, отречения мало у меня. В общем, он начал жить как нормальный человек, и эти родственники его потеряли бдительность, вот это Рагунатх. То охрана у него была, его постоянно ловили, он куда-то бежать хотел, когда по совету Махапрабху он начал вести себя как обычный человек, то эти мать и отец ослабились от этого. Мать настолько надоела, что она сказала отцу, почему он не привязать цепями. Отец засмеялся и сказал, что ты говоришь, можем ли его привязать веревками и цепями. Посмотри, у него такая прекрасная жена, подобная Апсаре, подобная какой-то богине. И столько богатства, кто может уйти от этого? Это самое лучшее. То, что привязывает, но для Рагунатха это было бесполезно. Вайшнавы, они не чувствуют никакого влечения к материальным вещам. Если кто-то чей-то ум уже буквально продался, предался лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, то кто его сможет удержать в доме? Наше богатство можно сравнить с Индрой. Ее жена подобна Апсаре. You can bind the body with rope, but the mind can go. So, и вот Рагунатдас Госай ждал и смотрел, и в итоге он услышал Нитьянанда Прабху уже пришел в Панихате. И он попросил отца отпустить его, получить даршан Нитьянанда. Хорошо, иди, но не один. А то убежишь опять. Вот, бери охрану. Бери денег, сколько нужно, и иди. И вот они пришли к Нитьянанде в Панихате, в Рагав Мандире. В своей жизни я один раз был там лет пять назад и видел столько сахаджи там, что тихий ужас.
сразу вернулся на их. Все обмазались там, как его, этим горчичным маслом, танцуют и пытаются показать, сколько бхакти у них. Хотел их удать по морде тапком, но ушел оттуда. Махарадж очень недоволен был, решил больше никогда туда не ездить в это панихати. Так или иначе, Рагунат Дас Гасей приехал, и кто-то сказал, Рагунат пришел, Прабу. И Нитянанда Прабу сел вот так вот под баньяновым деревом. У меня карте изображение есть этого. И вот Нитянанда Прабху сидел, засмеялся и сказал, the householder, I mean the owner of the Nityananda Babu is the owner, Bandari. Nityananda the storekeeper, you all story. And Raghunath like to still Gaur Kipa, Gaur Prema. How possible? You actually think, come to me. You are flying here. Вот Нитянанда сказал, что иди сюда, зачем ты пытаешься убежать откуда куда-то? Я накажу тебя. И вот он пришел к Нитянанде, поклонился, и Рагунат Дас Гасай принес свой полный распростертый поклон, и Нитянанда свои лотосные стопы поместил ему на голову и сказал, я хочу наказать тебя, ты хотел украсть Гаура Прему без моего разрешения. И вот в качестве наказания поручаю тебе накормить всех, кто пришел на этот праздник. Oh, meal, card, Sundays, you know. Today we can arrange also festival here. Very nice. Everybody enjoying. There one big market. Suddenly one big market. Somebody sitting with, you know, banana, somebody is sweet, somebody is milk, card, all big market. Somebody even with mud pot, where no, where from they can get utensils, they need mud. И в общем они пошли на все ближайшие рынки, скупили все, что нужно. И вот там отдельный асан для кого-то было цветы, йогурт, молоко, сандеши, сладости. И вот все преданные, они им дали. В общем, народу настолько много было, что на земле уже не было где сидеть. Люди уже в Ганге стояли по пояс, чуть-чуть выше, и принимали просад таким образом. Mm-hmm.
В общем, это отдельная асана для кого она была, для Гуранги. Гуранга там проявился в такой тонкой форме и принял все подношение. И вот там еще было несколько горшков, которые предлагали всем спутникам, всем их спутникам. И после этого что случилось? Большой праздник. Этот праздник настолько популярен был, что тут Рагав Пандит после того, как Нитянанда не пришел принять прасад, поскольку Рагав готовил для Нитянанды. Но Нитянанда организовал какой-то праздник. Рагав Пандит готовил там Нитянанда. Нитянанда был в доме Рагав Пандита. И он думал, что может прийти. И вот я организовал просто так для многих преданных, и вы тут что-то еще делаете, что я буду делать. И вот после этого Нитянанда предсказал Рагунатхе, сказал о Рагунатхе. Very shortly, you can get an opportunity, golden opportunity. Ты получишь золотую возможность уйти из дома. When and how? Когда и как? Не могу сказать, но возможность будет. That I cannot speak right now. Krishna can give idea. Кришна даст тебе такую возможность вскоре. И ты станешь успешным в том, чтобы достичь лотосных стоп Гуранги. Гуранга примет тебя. И тебе надо предсказал это ему, что случится. Гуранга примет тебя, и после этого он передаст тебя Сваруп Госаю. He can accept you and hand you over to Sarup Gosai. You can get the golden opportunity to do Antaranga Seva. All Nitalangu forecast. И ты получишь возможность совершать Антаранга Севу. Prabhu can give you, и вот, Махапрабху предложит тебя лотосным стопам Рады Кришны. И вот все это сбылось. Все, что Санта Госвами Махарадж говорил, Сатья Говинда Махарадж, Бхакти Валапатхирта Госвами Махарадж, Бхакти Виген Бхарати Госвами Махарадж, Гири Махарадж, Сага Махарадж, Найнананда Паба. Все то, что они предсказывали мне, все это проявилось. Проявилось, и
Ну, их предсказания все сбылись в моей жизни. До этого я был очень, жил очень скромно. И вот совершил парикраму пешком, я ездил на электричках без билета, и проблем никаких не было. И вот, когда я был на Сурьякунде, получилось письмо Шанты Госвами Махараджа, я засмеялся. Он сказал, чтобы совершал сампрадая севу, я тут простой нищий, кто меня знает, как я могу сампрадая севу совершать. И после этого ну, в общем, Махарадж жил очень скромно, и потом все со временем пришло. И перед тем, как я пришел и принял прибежище у Гуранги Махапрабху, ко мне пришло видение, как намек такой, что все это свершится, все, что предсказывалось Вайшнавами. И не знаю, как долго я буду пытаться сделать лучшее, что могу, и так или иначе Нитянанда Прабху предсказал все. И он дал Гирирад Шилу в руки Рагунатха Махапрабху, хотел предложить Кришне эту Гирирад Шилу, и вот Кришна дал сам эту Гирачилу, Рагунат Дасгуса и Гунджа Мала, особая Мала, у меня тоже есть. Вот Гирирача Гашали предложил ее Гунджа Малу, естественно. И вот предложив эту Гунджа Малу Рагунатху, это значит, что он предложил его лотосным стопам Шримати Радхарани в комментариях. Бхактина так говорит. И таким образом Рагунат Дасгасай, он был предложен лотосным стопам Шримати Радхарани и Кришны. И действительно так, он получил возможность служить Гуранге под руководством Сваруп Госвами. И таким образом лотосные стопы Нитянанды — это единственное сокровище в нашей жизни, куда мы можем пойти. И столько милостив, что мы не можем представить. Дурьодхан, даже Дурьодхан, такой, все хотели побить его, такой дурной человек, крайне дурной. Баларам все же думал, как ему принести благо. Только Нитянанда Баларам, он единственное сокровище, единственная поддержка для нас, обусловленная душ. Никто, кроме Нитянанды, не может спасти нас. И поэтому имейте в виду Гурудева. Это Нитянанда Татва, Гуру Татва. И Кришнадский Враж Госвами написал так. Мор нам джей лой тар па пой
মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্য ক্ষয় এমন নিঘিন্ন মোরে কেবা কেবা করে এক নিত্যানন্দ বিনু এক ওয়ানিস নিত্যা ইন ইন আওয়ার লাইফ В нашей жизни я пообещал перед, если мы хотим достичь успеха в этой жизни, тогда мы должны понять тату таким образом, что нет. Не должно быть никакого места для ложного эго. Мы должны полностью... Харикатха — это не инструмент Лабхи Пуджи и Пратишти. Весь мир может отвергнуть нас, но я знаю, Нитянанда, он с нами. И вот Рагхунатх дас Госвами, его вайрагья, как он обрел возможность пойти и предаться лотосным стопам Гуранги Махапрабху, все это подобно сну для нас, мы не можем даже представить. Бхактивинода Тхакур, Прабхупад, все не говорят, Шрила Бхактивинода Тхакур пишет вот такие слова. Без Нитянанды все пусто. Ничего нет. И вот мы можем обсудить нашу милость Нитянанды с разных сторон, как мы можем обрести милость Нитянанды, и если есть какое-то осквернение ложным эго, то если у нас какая-то слабое сердце, это не так плохо, как, ну, это мелочь, а если кто-то лицемерен, то это гораздо хуже. Нитянанда ли лицемеров не терпит. Или кто-то оскорбляет Гуру Вайшнава без всякой причины, то Бхагаван, он тоже такого не потерпит. Поэтому мы видим и Баладева с плугом. И с Нитянанда Прабху, он единственный авторитет, кто может отругать нас, исправить нас, помочь нам, если мы не совершаем каких-то тяжелых оскорблений. Намапарадхи, Вайшнавапарадхи и прочее. Nitanubu can never escape. Whatever concocted philosophy you can make and publish, you can publish. Because we have money. But still, Nitanubu can never escape. Nitai charan shattu taharu sevap nitto, Nitai charan sadakar ash. This is our motto. The lotus feet of Nitanubu eternally present, and those devotees of Nityananda, eternal devotees, they are resting. To insult Nityananda, devotee of Nityananda means оскорблять преданных Нитянанды, значит оскорблять Нитянанду, это очень опасно. Мы должны быть очень осторожны, так или иначе, сегодня времени мало. Тут просадыши похожи. So, Paishya Nisham Jagaditam Chanabhangu Nishtam
What do you say? Deho asti mangsha rudhire avimatim tajotam jaya sutadishu mamatam vimancho paśyānisham jagadidam chanabhangunishtam vairāgya-rāga-rasiko bhava-bhakti-nishto vairāgya-rāga-rasiko vairāgya-rāga-rasiko. И вот он стал расик вайраги. Когда мы можем стать вайраги, расик, когда наше несухое отречение, зрелое у нас будет. Вот гопи хорошо одеваются, украшаются. Это вайраги, расик, это тоже их вайраги. И вот мы должны понять очень тонкую сиданту. И вот предыдущий день. Махарадж потом продолжит.